также у нас отразилось на итоге многих битв и в итоге суммарной победы участие нашего автодорожного транспорта, какие модели разрабатывались, какой направленности, как переделывались и какой же вклад внесет в победу именно нашими профессиями. Подводились итоги, председателем был наш директор Михаил Ильич Куликов, и, соответственно, по подведенным итогам мы сегодня подводим резюме. Награждается группа номер 147 автодорожного колледжа за третье место в конкурсе «Вклад автотранспорта в нашу победу», посвященном 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Прошу рисовать группу. За второе место присуждены две премии и награждается обучающейся группой 143 автодорожного колледжа Евгений Юнг за второе место в конкурсе «Вклад автотранспорта в нашу победу». Спасибо. Очень приятно, что первый курс принял участие в этом соревновании и сделал такую работу. За второе место награждается Илья Глазунов, обучающийся группой 130 в конкурсе класса. Который выполнил и презентацию, и печатный реферат на эту тему. И за первое место награждается обучающаяся группа 131 Галкин Александр, который сделал великолепную презентацию, которую мы, естественно, сейчас с вами обязательно посмотрим. Потому что многие, даже взрослые специалисты, для себя увидели много неожиданного и интересного. То, чего мы, взрослые, не знали, перелопатив огромное количество литературы. Работа замечательная, вдумчивая и очень хорошо расширяющая ваш кругозор. Так как это касается нашей с вами основной профессии, то сейчас награждаем Сашу, где у меня должен быть. С удовольствием награждаем. Поаплодируйте. И смотрим его презентацию. Прошу, Константин Александрович. Вот. Давай. Молодец.